Так, всем привет, и тут у нас очередной обзор, на этот раз мы уже обозреваем часы, вот, от фирмы Weide, или Weide, как их называют, вот, это китайская фирма, вроде как, но механизм японский. Так, по характеристикам часы у нас электронные. Вот, стрелочки у нас механические. Это у нас, значит, заводить кнопочки. Здесь у нас там смотреть время, секунды, месяц и день. Это тоже можно время смотреть, но это также дни недели обозначает. Здесь, кстати, цифровой циферблат еще есть. Я его потом покажу. Вот, светится он красным. Собственно, днем видно так посредственно, а вечером видно нормально, когда света уже нету. Цвет у нас имеет черный цвет. Вот такой вот у него глянцевый ремешочек. Глянец и мат. Вот. Часы я уже относил уже больше полугода. В принципе, в эксплуатации нормально. Царапин почти нету, за исключением двух. Вот здесь вот я ударился. Видите, десяточка появилась. И здесь царапинка от металла. Ну и, собственно, все. Так, в принципе, часы как новые, выглядят нормально. Я ожидал, что будет хуже. Так, часы к нам приезжают вот в такой коробке, содержимое показывать не буду. Там гарантийный талон есть. Ну и, собственно, поролонка, ярлычок. Еще дополнительная батарейка идет в запасе, которой хватает, кстати, на 3 года. Вот, по заверениям производителя, часы у нас водонепроницаемые, и водонепроницаемость их аж на 30 метров. Там у нас есть надписи, вон написано 3 года гарантии у нас, а battery life 3 года, короче, гарантия еще там на них какая-то и шла. Вот, stainless steel water resistance 3 ATM. Так, тут, так, в общем, водозащита у них на 30 метров, но на 30 метров нормальные люди не ныряют, так что нам 2-3 метров с головой хватит. Вот, но они водонепроницаемые, уже проверено. Я в них уже купался, плавал, вот, и ни капли воды внутрь, как видите, не попало. Сейчас посмотрим внешний вид их. Вот. Вот такие вот у нас часики. Материалы довольно качественные. Все, собственно, очень даже неплохо. Такие вот у нас часики. Сидят на руке они хорошо. Сейчас даже продемонстрируем. Вот так вот. Очень даже неплохие часики. Смотрится очень хорошо. И они довольно-таки большие. И тяжелые, кстати. Если кому сразу этот самый легкий нравится часики, то это не для вас. Это довольно тяжелые часы. Весят они граммов так 150 примерно. Вот, я не взвешивал, надо было весы взять. Ну, они довольно увесистые. Может, здесь написано. Нет, тут не написано. Так, ну ладно. Вот. Часы очень хорошие, в принципе, по времени они работают нормально, практически не спешат, ну и там совсем немного. Я в последний раз уже не помню, когда выставлял время на них, то есть, в принципе, меня все устраивает. Кнопочки нажимаются легко, ну как легко, так туговато, но нормально. Звук такой издают при нажатии, сигнализируя о том, что вы кнопочку нажали. Собственно, все в порядке. Так, и, кстати, по поводу водонепроницаемости. Сейчас мы, значит, проверим, как они будут у нас в водичке плавать. Сейчас я достану, я тут даже лоток приготовил. Так, вот наш лоточек с водой. Вот, и сейчас мы их покладем в водичку. Как видите, никаких бульбышек нету. То есть все в полном порядке. Водонепроницаемые часы. Сейчас мы даже увеличим на камеру.
Так. Для тех, кто сомневается, вот смотрите. Все в полном порядке. То есть однозначно рекомендую часы к покупке. Очень хорошие, качественные часы. И, кстати, недорогие. На Китае их можно взять приблизительно за 30-35 долларов. Хотя, если вы хотите сэкономить по времени, чтобы не ждать с Китая, потому что доставка порой очень длительная, ну, за 2 недели плюс-минус там, в принципе, можно получить. Ну, и здесь они, в принципе, у нас в странах СНГ, они стоят не намного дороже. Я, к примеру, эти вообще часы оторвал, ну, голубь прилетел к нам, оторвал эти часы очень даже дешево. А если быть точным, за 20 баксов. Вот, просто что человек вот покупал часики на продажу, ну и у него, короче, не пошло. В общем, он их по дешевке толкал. Ну и так получилось, что я нашел и купил. Вот. Надо было все у него брать, можно было бы еще навариться на продаже. В общем, вот такие у нас часы. Однозначно рекомендую к покупке, качественные, водонепроницаемые. Водонепроницаемость не какая-нибудь там мифическая, а реальная, то есть проверенная, так что можете брать, можете в них смело купаться, не бояться, мыть посуду и все, в общем, делать в воде. В общем, вот такой вот у нас обзор был часов Wide. Ссылочку, кстати, оставлю в описании, так что переходите, смотрите, покупайте. Всем пока!